И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Tamagotchi с модом Anunnaki. Все еще тот же самый Tamagotchi, тот же самый Anunnaki. Пока что ничего не изменено, но всему свое время. Сразу скажу, я эту серию перезаписываю третий раз. Первый раз было как, я записывал серию ночью, чтобы все нормально, все пучком, серия чтобы была. Стал заливать серию и смотрю, а у меня не записалась серия. У меня программа не захотела записывать, у меня серия не записалась. Вот, я решил перезаписать. Начал перезаписывать и на минуте так 15 серии у меня крашнулся компьютер. Не знаю, в чем проблема. Ну, у меня крашнулся. Вот, у меня реально проблемы какие-то с виндой. Мне, походу, делать придется винду переносить, потому что она что-то какая-то дебильная, если честно. Я задолбался. Я вчера провозился весь день со своей виндой и ничего в итоге путь него так и не сделал. В том плане, что, в общем, она реально дебильная какая-то, блин. У меня не захотел с диска читать, да, у меня там, то есть драйвера на дисках еще установлены. Не захотел читать с дисков драйвера. Мне пришлось там ухищряться на кость-выкусь, грубо говоря, короче, в общем, с телефона кое-как я вышел в интернет. Ну, в том плане, что я подключил телефон как этот. Вот, пиратствие. В общем, с телефона я установил телефон как модем, такой же, как у меня. Поздравляю. Ой. Блин, господи, я вообще что-то пишу. Поздравляю. Вот, в общем, подключил кое-как телефон как модем, он кое-как заработал наконец-таки вроде как, и все. Я скачал кое-как драйвера на сетевую карту, и тогда уже все, выход в интернет есть, соответственно, я все драйвера установил. Все отлично. Вот, и, собственно, промучился я весь день с ним, пока туда-сюда, пока все установил, и все нормально. Кстати, сразу же скажу, вот эти пролаги я не знаю из-за чего, но зависание на долгие-долгие времена, как говорится, исчезли. О, отлично, освещение. Исчезли в том плане, что когда я установил на жесткий диск, сначала все скинул на жесткий диск, на новый жесткий диск, терабайтник, игра стала запускаться в 2 раза быстрее. Ну как в 2 раза быстрее? Ну, значительно быстрее. Чувствовалось, что быстрее загружается. Но прогрузка территории все еще оставалась. Помните, да, там типа летишь, а там хоп, просто пустота. То есть я вот поднимаюсь там вот наверх, да, у себя, и там бах, у меня пустота. Потом земля появилась, горы появились, все хорошо. Когда я установил SSD-шник, загрузка игры стала в 3, а может даже в 4 раза быстрее, потому что она загружается реально быстрее, там минуты 2 от силы сама игра запускается, карту, я имею в виду. Ну вот, а раньше порой было минут по 10. И все хорошо, все замечательно. Сейчас, когда туда пролетаю, где нет застроек, там карта прогружается просто молниеносно. То есть даже успевает прогрузиться сама карта, прежде чем я туда лечу. Вот, и, собственно, все хорошо. Единственное, только зависит от летуна. Вот эти вот торможения, я не знаю из-за чего, честно, но на это влияет дождь, возможно, освещение также влияет и так далее. Вот, в какой-то веке я себе установил здесь освещение, под конец сезона нужно же. Вот, установил освещение, ой, блинский, закройся. Вот, 2 видели снаружи, один здесь. Один здесь, один здесь. 5 светильников общие, и все хорошо. Вот этот летающий светлячок — это розетка и 2 провода. Я их скрыл. Установил химический стол, станок, генератор и печку. Вот, все, как говорится, как у людей. Кстати, надо обратно убрать. Судя из названия, я думаю, вы поняли, что я буду томить черепаху. Черепаха уже у меня притомлена, но, как я уже говорил, все фигово. И у меня серия не записалась. Ну, а серию уже нужно записать. По крайней мере, то, что у меня было. Вот, поэтому как бы так. Куда я просрал свой лут, вы узнаете в одной из следующих серий. Так сказать, маленький спойлер. Установил, кстати, вот такого чувака. Я сначала думал, это костюм садоводника. Честно, там, Garden Suit, что ли, он называется, не помню. В общем, я сначала думал... А, вот, даже, кстати, Гарднер. Гарднер. А, вот, ну, собственно...
прикольно. В общем, он имеет огромный инвентарь. Как я понял, он взаимодействует с семенами и взаимодействует с пивом. Что-то типа того. Не знаю, что да как. В одной серии следующих узнаем. Вот, мне стало интересно. Я это неподдельный интерес подписал. Записал даже на серию. Которая у меня крашнулась. В общем, все хорошо, все прекрасно. Давайте я вам расскажу, что да как, да где. Как видите, да, у меня теперь здесь неплохо так освещено. Как днем. Вот. Во-первых, Диморфодон 600 левела. От Зака оставил тут записочку. Был 600, нашел случайно, не смог устоять. Вот, за что ему, конечно, огромное спасибо. Очень было интересно полетать на нем. Прикольный, честно, вот прикольный. Диморфодон прикольный. Тем более 600 левел, все дела. Дамажит он нехило. Летает он не слабо. Вот, качаю ему дамаг и ничего более. Как видите, да, у меня есть черепаха, но томить мы будем новую. И также он мне притащил на базу Альфа-Дудо. Но вот это уже так себе, я вам так скажу. Альфач Додо служит только для раскачки, ничего более. То есть убиваешь его и все. То есть хоть сколько ему дамаг качаю, все равно дамажит дерьмово. Но в сравнении с обычным Додо, это, конечно, еще тот мастатон дамага. А вот такие вот дела. Вот, как видите, нехило так база освещается. Плюс мой кицаль освещает. И в целом светильники довольно-таки нехило освещают. Мне нравится. Мне нравится. Плюс они автоматически выключаются днем, что довольно-таки неплохо. Но только единственное, что мне не нравится, он выключается за час до рассвета, и ты час сидишь в темноте. Как видите, офигеть, как светло. Все просто замечательно. Надо было сделать это раньше. Вот. Ну и в целом такие светильники можно поставить просто по территории, и они будут освещать. Но об этом уже потом. Сейчас у меня есть лук, у меня есть стрелы, седло, седатив, наркотик, еда. И кое-какие запасы. Почему лук, стрелы, а не просто тупо один укус змеи? Ну, это здесь на Анунаке есть укус змеи. А на... Итак, я не нарко... не... Как, не наркотическими стрелами стреляю, а транквил стрелами. А именно Poison Arrow. И то имя. Тоже немножко еще та заморока. Даже имя. Вот. В общем, с черепахой... К черепахе мы еще вернемся. Вот, ну, томить я буду именно обычным путем. Да, на Анунаке можно ее кормить, и все, и она притомится. Но мы, я буду томить именно тем путем, которым нужно, которым положено томить. Вот. Кстати, следующий сезон будет у меня на сервере, ну, на карте The Vulcan. Просили, будет. И я пока что еще думаю в раздумьях, что за сезон делать. Свои идеи, конечно же, напишите в комментариях, о чем можно снимать новый сезон. Я думаю, посвятить ему полностью строительству огромной красивой базы, с периодичностью летая по карте и так далее. Вот это красота. Вот, вот на прогрузка, вот смотрите, оп, и уже исчезло. Оп, и уже стены появились. Оп, и уже прогрузилось все. В общем, дело, о, я обожаю эту молнию, и богу. Я кайфую. Вот, получается, что очень быстро теперь прогружается. Даже если я на сверхскоростном своем теле, сравнительно сверхскоростном своем теле буду лететь, все равно быстро прогружается, что отлично. Вот, в общем, кстати, также в комментариях напишите моды, все глобальные моды, потому что на стриме бесполезно искать. Напишите все глобальные моды, потому что я знаю, вы там писали. Вот, и напишите, о чем можно снимать сезон. Я склоняюсь к строительству огромной красивой базы, а-ля замок. А-ля замок-база, тире-поместье и так далее. Иксы будут большие. И, ну как большие, также десяточка, я думаю, плюс-минус. Пятерка, десятка, 15, не, точно еще пока что не знаю, сервера не искал. Так, более-менее поискал, но толк от этого ноль. В общем, поищу что да как. Сервер говорить не буду. Найдете, найдете, молодцы. Не найдете, флаг вам в руки. Вот, как говорится, потому что... Не хочу, чтобы около меня строились. Да, с одной стороны, это прикольно, когда около меня строятся. А с другой стороны, вот так человек построился, рядом забросил базу, и все, она стоит, заброшенная база. Ну нафига она мне заброшенная база? И вроде и база стоит, и толку от нее ноль. Вот. Поэтому как бы говорить не буду. А те, кто будут искать... Нелогично, что будут, не будут забрасывать. Допустим, тот же самый Адзака.
Но он до самого конца Доталова сидит и играет, пока я не ухожу с сервера. Вот, за что ему, конечно, респект и уважуха, но очень часто напрягает, когда, блин, сидишь там напряженный весь, пытаешься что-то сделать, и он пишет в чат, блин, ему надо ответить, и все, просто кошмар. Вот это я тоже, конечно, ненавижу, когда меня начинают отвлекать. Но опять-таки же, человек же не знает, когда он отвлекает меня, поэтому уж извиняет Зака, но, блин, так оно получается. Вот, такие вот дела. В общем, так сказать, задел на будущий сезон я у вас спросил, что лучше снять, что лучше делать. Вот, и что? Если у меня есть строительство. Вот, если вы тоже поддерживаете строительство, то можете, смотрите, как сделать, допустим, вот вы хотите, чтобы было такое здание, да? Просто находите скрин, да, картинку, и отсылайте именно на картинку ссылку. Если я открываю ссылку, смотрю, да, там картинка, я ваш комментарий, соответственно, одобряю. Если там не картинка, я вас баню. Вот, я всех баню, кто мне ссылки отправляет на всякие каналы и так далее, честно. Вот, спам не пропускает, я баню их. Вот, такие вот дела. И пишите моды, то есть также ссылки на моды можете кидать в Steam или где там, в общем, описание модов тоже, ну, опять-таки же глобальные, мне интересно глобальные, потому что они меняют, совершенно меняют игру, допустим, вот Анунаки, он совершенно меняет игру от и до. Вот, и... Ну что, также ссылки кидайте, если все нормально, нормальная ссылка, то я ее, понятное дело, одобряю, и ваш комментарий будет как положено. Если неправильная ссылка, я баню. Ладно, ладно, банить не буду. В этом сообщении банить не буду, я просто буду удалять сообщение и все. Вот, если ваш комментарий не появился, знайте, вы неправильно ссылку отправили. Вот, просто переотправьте в новую нормальную ссылку. Вот, банить не буду, так что быть под этим видео. Вот, по следующим буду. Неправильные ссылки. В общем, как я уже сказал, так сказать, задел на будущее дан. От сезона еще будет серий 5. 7, примерно так. Как вариант, я начну сезон на... новый сезон на стриме. И в начало развития сделаю. Вот. А может быть и нет. Там уже сам решу. Что-то как-то где. Но, возможно, все-таки на стриме. Вот. И, собственно... Что? Что? На этом все. Летим искать черепаху и томить черепаху, черт побери. Я все рассказал. Осталось только потомить черепаху, так сказать, из того, что должно было быть. Помните, здесь была огромная база. Помните, не помните, как говорится, но здесь была огромная база. Да, я вроде бы в какой-то серии даже ее и показывал. И здесь было много динозавров и так далее. Я здесь даже респался. И было все фигово. Респался на своем любимом месте, респанулся, а здесь все закрыто, все забито и так далее. Вот, собственно, базы нету. Администратор почистил. Все почистил, то есть всех неиграющих он почистил. Все базы. Давайте посмотрим здесь. Угу. Построек, я смотрю, все меньше и меньше. Отлично. Я бы даже так сказал, построек-то уже и нету. Хотя они были. Вот, в общем, администратор хорошо сработал. И почистил. Возможно, возможно. То есть я вот выдвинул свою идею в том плане, что... если в человека... Ну, то есть авто... Вот это вот, типа, можно разрушить, чтобы не было. Да. Там конкретно почистилась территория, это хорошо. Я выдвинул свое предложение в том плане, что если человек надолго, допустим, ну не может, да, допустим, вот не могу я месяц сейчас играть, ну блин, пишешь администратору, блин, я вот не могу сейчас играть месяц, может приду пораньше, пожалуйста, не разрушай мою постройку и все нормально. Вот, если человек не сказал подобное, ой-ой-ой, прогрузочки долбаные. Вот, если человек не сказал подобное и долго не заходит, допустим, в течение 10 дней, он просто администратор разрушает его все постройки и все. Не сообщил администратору, пожалуйста, твоя база кирдык. Сообщил администратору, твоя база будет сохранена. Вот такие вот дела. В общем, я предложил такую идею. Идея вполне адекватная, я бы даже так сказал. Вот, не знаю, сделают ли так или не сделают, но вполне идея неплохая. Так, ну а что, мне надо ждать утра, потому что в такую потемках делать точно нефиг. Вот, заодно и поищу черепашку. Такого хорошего левла.
Ну что, уже более или менее светло. И, кстати, очень-очень-очень комфортная игра, тогда, когда нету застроек рядом. Это просто реальный кайф. Вот реально, просто свою карту создавай и на ней бегай. Нашел вот такую черепашечку от 460 левела. Да, ее можно кормить, но, как я уже сказал, я буду томить ее с помощью стрел. Итак, у меня композитник, в котором 180% дамага, и Poison Arrow, которые накидывают торпору просто ядрено как. Так что уж соблюдать полностью как положено нужно. Такс. Я не посмотрел, сколько у него торпора, блин. В целом. Подбегаем немного обратно к своей летающей базе. Угу. Не, кстати, наверное, сейчас так задумался. Серия-то, наверное, немножко все-таки побольше будет. Я ж так на Бронто-то и не покатался. А здесь у меня есть возможность покататься на Бронто, в том плане, что здесь возможности больше. О, тихо! Пролаг. Стоп. Спокуха. Отлично. Здесь возможности у меня больше. Ах, твою мать. Ну, беспредельное дерьмо. На тебе в рожу. Спать. А вот ты иди сюда. Вот и спи, чтобы тебя кто-нибудь загрыз. Такс. О, застрял, что ли? Отлично. Тихо. О, спатеньки, что ли, захотел? Спатеньки, я говорю, ты захотел. Эй, алло, куда в воду пошел? Спать, говорю. Проблемы с черепахами. Они любят потом в воду уходить. Когда они спатеньки собираются, они любят в воду уходить. А мне это не нравится. Так, торпорчика. Вот, видите, да, сколько я в него стрел выпустил. А у этой скотины торпор... Ох, как быстро спадает. Именно он спадает, когда она в таком состоянии. А когда она бегает в этом, в обычном состоянии. Так, я вообще хоть туда уйду, или поход. Такс, спокойно. Так, как использовать? Отлично. Погоди! Ты, козлина, черепаху там не задень. Все, отцепился? Отцепился, отлично. Ну, черепаху не задел? 99. Отлично. Кстати, я хотел показать вот этого Трайка. Смотри, какой у него раскрас кайфовый. Блин, прикольный раскрас. Мне нравится. Ой, ты же, блин, в натуре. Притомить тебя, что ли? Да ну тебя нафиг, не хочу. Черт, опять что ли проблемы у него? Лишний раз пальнул. А, кого-то томит, видать. А, наверное, в Кицале своего пальнул лишний раз. Но он, наверное, его томит только еще. Угу. Так, отлично. Так, мне уже интересно. Кого? А, черт побери. Кого? Черт побери. Эй, ладно, блин, я опять всем. Ну, я так и думал, что в Кицале. Ай, блин, ну что, бывает. Бывают в жизни огорчения. А у него сплошное приключение. Как видите, оглушение спадает очень долго. Очень медленно спадает. Но при всем при этом приручение идет довольно-таки быстро. Что означает, даже при обычных условиях наркотика не сильно много можно на него тратить. Можно и нужно тратить. Нети в натыре! Нети, еще получай! Сейчас завалю, скотина, в натыре. Я забыл, что у меня копье есть, и я стрелял из лука в него. Вот так вот. Они меня бесят. Подсирушники. Так. Ну что, блин. Давайте уже дождемся окончания. Ну что. Как видите, торпора спало очень мало. Вот. Поэтому как бы все вполне себе неплохо. Левел 658, что довольно-таки себе неплохо.
надеваем седло. И вот она, та самая добрая черепашка. Бегает медленно, плавает не быстро, но прикольно. Так, давайте посмотрим характеристики. Выносливый 2000, здоровье 14,5, нехило. Урончик. Ну, такой тоже вполне неплохой. Ну, понятно, все черепахи вполне неплохие танки. Ну, в том плане, что у них статы раскидываются, как у неплохих танков. Просто им качаешь все остальное здоровье, и все в порядке будет. Ну, вот, как вы видите, плавает довольно-таки медленно сравнительно, но все же. Этого я точно не знаю. Даже замерять не хочу. У меня сейчас 160%, я не уверен, что я от него оторвусь. Знаю. Спасибо, чекер. А, я так знал, что я по-английски пишу. Не знаю, спроси в чате. Нет. Вот, собственно, вот такая вот черепаха. Задел, так сказать, я дал. В целом, что? Я об этом, собственно, и рассказывал в той серии, которая у меня крашнулась, не удалась. И, точнее, сначала не удалась, потом крашнулась. Вот. О том, так сказать, что, какие планы на будущее, что делать. И получается, притомить черепаху, да, все. На этом, собственно, уже и все. Вот такая вот классная черепашечка. Здоровье. Ну, кстати, здоровье нехило качается. Отлично. Я ни разу не катался на черепахе, ни разу не бегал. Кстати, давайте посмотрим, что она. Да как она, я уже забыл. На X ничего, на C ничего, на Z срет, понятное дело. А, на пробел ничего. В общем, ничего не делает, кроме обычной атаки. Понятно. Вот, как говорится, все легко и просто. Вот, ну а я поведу ее к себе на базу. В другой черепахе. Посмотрим, как они уживутся вместе. Вот. Ну, а завтра уже выйдет та самая серия, которую я записывал подряд. И еще на борту у меня будет именно та самая черепаха, которая уже стоит на базе. Так сказать, это вам привет из будущего. Ну, а я с вами буду, пожалуй, на этом уже прощаться. Серии, как я уже сказал, будет немало. Я так посчитал, оказывается, еще серии будет немало, так что не заворачиваемся. Я еще здесь играю. Вот, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями, потому что это улучшает количество подписчиков. Пожалуй, это единственное, что улучшает. Вот, потому что, ну, а вдруг кому-то и прям понравится то, что я делаю. Поэтому, народ, всем удачи и, конечно же, всем пока.